Представьте, что вы собираетесь напечатать большой-большой текст, а на вашей клавиатуре нет ни наклеечек с буквами алфавита, ни специальной гравировки, пустые клавиши. Конечно, рано или поздно вы его напечатаете, и даже обязательно когда-то выучите расположение букв. Сколько пройдет времени? Устанете ли вы или нет, сколько для этого потребуется сил, терпения, выдерживания – это другой вопрос. Этот пример перестает быть таким абсурдным, когда мы говорим про реальную жизнь. Почему кажется, что мама нам ничего такого не сказала, а мы готовы плакать, кричать, ругаться? Или наш ребенок отказался завтракать, а мы в ужасе? Или над этой сценой из фильма уже плачем третий день и не знаем почему? Да, вы можете найти ответ сами, но как, если на клавиатуре нет никаких обозначений? Психолог – это в нашем с вами примере тот самый специалист, который поможет на каждую клавишу клавиатуры наклеить правильную наклеечку с буквенным обозначением, а еще научит вас слепому методу печати, и вы сможете печатать на любой клавиатуре в любом месте. Но еще, возможно, даже подскажет нужные программы для распознавания голоса в текст. У вас все еще нет времени и сил на работу с психологом, потому что вы тратите свой ресурс и время на что-то другое.